Приветствую вас на канале Asmode Play. Мы играем Call of Duty. Так, ну-ка давайте посмотрим, что у нас там. День высадки. 4, 5, 6, 7. Сейчас фабрика смерти. Давайте слушаем. После Ахена уже ничего не будет как раньше. Но мы наконец закрепились в Германии. Проход к Рейну открыт, и пути назад больше нет. Ни для кого из нас. Давай, ни для кого из нас. Путь заказан. У вас был приказ взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тернер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ. Когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню. Это ударная сила для решительного броска к Рейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Ух ты, сяськи-масяськи. Ну чё, людей спасли. Недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла к Рейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент. Дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй! Это здорово! Ого! Дэниел станет папашей! А он ли? Пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли, тупицы, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Конечно, хочет. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Ну, что, предисловие будет? Всем собраться здесь. Где Дэниел? Дэвис говорит. Идем. Хорошо. Кстати, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Темный и почти неприступный. Наша задача – занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. А пальцем ткнуть можешь? Может казаться невыполнимым. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Херов тебе вязанку. Пошли в контрнаступление. Хер тебе его. И первыми перешли Рейн. Это что не остановило нас? Советский Союз. Первые все сделали. Скажи им наш девиз. Козлы вообще. Бывает сложных заданий и больших жертв. В конце 44-го только присоединились по ходу дела. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Готовьтесь выдвигаться. Блин, историю коверкайте. Долг зовет. Назад в мясорубку. Аминь, брат. Кстати, если вы случайно попали на канал, на всякий случай говорю, у меня вроде бы здесь уже собран все Call of Duty. Давай, берем. Берем и кушаем. Отнесем. Не бегаешь, да? Вот сейчас обстрел начнется. Давай. Сяду покушать и начнется обстрел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Гора. Огонь прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо. Ну вот, хороший человек, удачи пожелал. Дай-то бог. Все вернемся. Так, ладно. Подойди к Тернеру. Хорошо, давай подойдем. Война это... Кому война, кому мать родна. Так? Ну, не совсем. Война это дело ужасное. И очень-очень страшное. Какая бы она ни была, большая или маленькая. Уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. Ты ни хрена нам бежать до холма, там можешь подвести чем-нибудь хотя бы. Затем выдвигаемся. Так, наши ребята вот здесь что-то охраняют. Собрал самую большую бронированную
Ха, если это не напугает краутов, я уж не знаю, что сможет. Да, давай, давай, давай. Еще немножко. У вас есть что? Ай-яй-яй. Мост. А что, кстати, такие мосты во Франции такие разы были? Мосты. Я даже не знаю, есть ли такие мосты в Германии, конечно. Это что такое? Давай. Надо укрепить оборону. Так. Сэр, я думал, мы атакуем артиллерию на высоте 493. Нельзя оставлять позиции без прикрытия. Отправимся к точке сбора, когда разберемся. Судя по воронкам, это будет нелегко. На войне легко не бывает, рядовой. Подождите. Видите краутские зубы дракона? Нашим танкам тут не пройти. Да, в новый смысл! Давайте-ка еще разок. Наши мины не исчезли? Ой. Подходят с юга. Бежим, 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 бежим. Так, мне окоп, да? Двинулись, марш. Давай, 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 где ты? Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Их всех надо потихонечку. Надо не спешить. Самое главное, не спешить. На. Огонь по своим недопустим. А какого хрена он отступает? Кто сказал, что отступать надо? Да подождите вы. Так, у меня где-то там еще есть. Подождите. Подождите, подождите, не спешите, блин. Я даже не знаю, где у меня. Блин, мины-то еще не готовы никакие. Я тебя защищу, давай. На. Давай. Враг маневрирует за завесой. Они на подходе. Куда мне? Вы ничего себе! Подождите, подождите. Подожди. На, на, на. Подожди. На, на. На. Подождите, подождите. Могу идти. Держись. Давай. Вытащи меня отсюда. Так сойдет. Так противника. Панцер на подходе. Панцер. Ищите мины, гранаты. Ой-ой-ой-ой. Да, сэр. Так. Минутку. На.
Еще. Так. На, на. Блин, хорошая винтовка. Уничтожить танк. Подождите. Подождите, подождите. Перебинтуюсь минутку. Так. Минутку, подождите. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто у меня где тут? Давай. Подожди. Отлично, Дэниел. Почти добил. На. Панцирь разбит. Они отступают. Отступают? Это хорошо. Это очень хорошо. Они отступают. Подожди. Да иди ты нахрен со своим молодец, Дэниелс. Чё, можно теперь идти? Дэниел, у меня аптечка. Да подожди, где? Мне сейчас всех вас обойти надо. Подходим ко мне. Сюда! Держи! Давай. Так. Аптечку я взял. Гранаты. Что у тебя? Нет, у тебя мины, нет? Или гранаты? Давай-ка, подкинь! Я поделюсь! Так. Пошли, подходим ко мне. Ага. Вот так это все было. Обратно. А где ты? Подожди. Добраться. Да подожди. Где ты? Подойти к тренеру. Чё ты молчишь-то тогда, падла? Говори. Через мост и на холм. Я с отрядом вдоль реки. Прикрою вас. Точка сбора у подножия холма 493. До встречи. Да, будьте осторожны. А, вы тоже. Все, ребята, удачи вам. Adios, amigos. Buenas noches, muchos. Если крауты перейдут реку, вся операция окажется под угрозой. Поэтому мы и защищаем Фиксона с фланга. Как далеко точка сбора, сэр? Скоро будем у высоты 493. Надо просто идти вдоль реки. Да какой вдоль реки, если мы смотрели в бинокль, она хрен знает где. Зачем людям голову дуришь? Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Подожди, а у меня же где-то вот-вот. Нету ни хрена, да? Давай, беги. Беги. Блин, ни хрена себе, а чё никто не прикрыл, никто ничего не сообщил? Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Огонь!
Тихо. На. На. Опять меня кто-то зарезал, блин. Почему меня никто не оберегает, не охраняет? Я что, неважная персона для вас или что? Шутка какая-то. Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуй незаметно. Впереди патруль. Хоп. На. Так, нормально. Давай, давай, давай. Перебегай. На. 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 Кто там? Кто там? Кто там бьет? На! На! Надеюсь, вас там прибило до конца уж. Ага! Давай, 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 давай. Кто еще там остался? Мне бы патронов, сэр! Держись, давай! Давай быстрее! Лови! Давай! На! Давайте перезарядимся, потому что патронов маловато. На сколько ты заряжаешь? На 250. О, хорошо-то как. Сейчас, минутку. Ну ни хрена себе, вовремя я. Нас заметили, пошли! А нас можно было не заметить, что ли, еще? Бежим. Давайте. Ты зигом, а я загом. Уматываем отсюда. Беги, 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 беги. Минометный огонь. Какой кошмар. Бегу. Блин. Не разбирая дороги. Так, это по сюжету, по сюжету. Я так думаю, потому что меня бы убило бы к чертям бы. Ну? Что скажете? Эй! Вставай, Рэд! Люди! Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Ковбой пришел. Гля, галюни! Не потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. Из какого теста? Боюсь. Из дрожжевого. Ты должен, Рэд. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Ладно, сейчас, подожди. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Конечно. Я в тебя верю, братишка. Верь. Все. Пол. Можешь уебывать. Пол. Пол. Встретимся дома, братишка. Потолок. Так, и что у меня? Он защитил меня с собой. Вон сколько в нем дерева. А я есть груд. Не, у меня пулемет был. Это подстава. Надо найти точку сбора. О, господи. Так, ни хрена. Давай сюда. Куда можно? Сейчас нападут. Вот, черт!
А ты думала, все так просто, да? Я тебе сдамся. Ух ты, я что-то сделал героически. Скрытность. Минутку. На. Кто там? Вы меня ищете? Не надо. Я тоже имею зубы. Вы ходите, добиваете. Ой, какой ужас. Что за расстрельная команда у вас? Кто сдается? На. Так. Ты здесь еще? Покуда мне надо пройти, я даже не знаю. Хоп. Хей, хоп. Аптечку взяли. Я не понимаю в этом оружии. Блин. Давай, я тебя вижу, где ты? Ай-яй-яй. На. Тёрнер! Ух ты! Молодец! Я думал, ты не выжил, Дэниелс. Живой пока. Какой план? Найдем реку, доберемся до точки сбора и поможем ребятам. Я готов, сэр. Давай. Там, кстати, было охотничье ружье. Но я не стал его брать. Давай, я открываю. Новый мир перед тобой. Давай пока сюда. Такое ветхое. Никакой защиты. Крауты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Надеюсь, что не скоро. Я поищу припасы. А что тут можно найти? А что-то есть, смотрите. Гранаты, по крайней мере, я нашел. Видишь кого-нибудь из наших? Нет, сэр. Надеюсь, они уже на точке сбора. Слышишь? Кого ты можешь из наших найти? Видимо, река близко. Хорошо бы наши парни нашли, где укрыться от артиллерии. Пойдем вдоль нее и выйдем с точки сбора. Конечно. К точке сбора. Надо его оттуда выйти. Не высовывайся. Да подожди ты. Ранил одного из наших. Проверь план. Посмотрим, можно ли его достать. Могу идти. Держись, мы разберем. Да, блин. Сейчас. Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. За мной. Ложись. Не получается, ага. Все, ладно. Понял. Хрен так его просто выбить. Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. Все с вами ясно. Ложись. Ай-яй-яй. Рано, рано ты бьешь.
Не знаю, где я нахожусь. Ранил одного из наших. Проверь фланги. Посмотрим, можно ли его достать. Мы тебя затащим. Держись, мы разберемся. Подожди. Достанем его врасплох. Подожди. Давай. Заходим. Он не один. Полетела граната! Давай еще. Открываем. Огонь. Все? Готов, голубчик. Отличная работа, Дэниел. Откуда ты прыгнул-то там? Не понимаю. Ладно. Тут цепи какие-то, что вы держите на цепях? Неизвестно. Но этот солдат мог выжить. Идем. Подожди. Да подожди ты, я где-то тут аптечку видел. Вот она. Да? Твою ж мать, ты давай быстрее. Точка сбора. А как ты туда попал? Подожди, подожди. Ни хрена не понимаю. Ты как туда попал? А, вот так, да? Ладно. Идем, идем, идем. Стрельба! Наши парни должны быть близко. Да? Есть, сэр. Вот так вот охотничье ружье вам. Так, перебинтуемся. На. Мне бы патронов, сэр. Получи. Еще.
На всякий пожарный тебе добивающий. Ой-ой-ой. Я тоже могу так. Получили. И... Где ты? Это был последний. Хорошо, Дэниел. Давай, все, тогда лечимся, подожди. Когда Диксон подойдет, выдвинемся к точке сбора. Так точно, сэр. Неужели снова мост? Все, собрали сошки. К точке сбора. Давай к точке сбора. На втором этаже разве точка сбора? Что тебе? Дэниел, встретимся у моста. Камеры, в укрытие! Давай. Еще где-то. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Подожди, подожди. Где еще? Давай перебинтуемся. Мы отбились. Кидай сюда. На, лови. Ай-яй-яй-яй-яй. Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм. Если он не прошел мимо и не взял его сам, у него не хватает людей. Ему это не мешает. Я сказал здесь. Значит, ждем здесь. При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав, и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Нутром чую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии, если бы я им руководствовался. Точно. Хорошая мы шутка. Слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине. Похоже, история повторяется. Да ни хрена. Я хочу узнать, что там было. Да. Мы выживем. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Не надо. Ну, я знаю, кому нет. Нам было приказано уничтожить немецкую артиллерию. Но если Пирсон видит брешь, он лезет в нее сам и плевать на отряд. Между ним и Тернером назревает конфликт. Боюсь, дальше будет хуже. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.